Анонс и точки до выхода 6 серии 3 сезона сериала «Триггер». 6 серия сериала выйдет в эфир 24 октября на видеосервисе Кинопоиск HD. Ранее в сериале мы увидели, как Артем снова навещает Дашу. Она благодарит бывшего мужа за телефонный разговор с сыном и просит помочь ей выйти на свободу. Он честно дает понять, что с этим у него пока некоторые сложности, потому что следователь Звонарев как-то связан с Лерой. Вечером того же дня Артем приглашает Майю сходить с ним на ужин с друзьями. Там устраивает Ирине сеанс психотерапии в свойственной ему манере. В результате понимает, что женщина не страдает после родовой депрессии, но продолжает не понимать ее отстраненности от их с Денисом новорожденной дочки. После ухода друзей Майя интересуется у Артема местом в жизни, которое занимает она. Он затрудняется ответить, тогда девушка ретируется, давая ему время определиться. 6 серия сериала выйдет в эфир 24 октября. Если вам нравится сериал, не ждите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.